Привет. Ну, как и обещал, рассказываю, как торчу на сухом голодании. Ну, чуба, конечно. То есть, так вот, ну, 24-36 часов, два раза тут попробовал. Ничего такого. Короче, особо не прет. Ну, так, такой, знаешь, вот, как будто в валерьянке вечером жахнул, там, полбутылки. Такой тупняк, ходишь. Ну, не очень. Но это завтра утром у меня тоже это будет. Но, говорят, проходит. Значит, и завтра еще должно быть так пободрее. Вот. А сегодня, в принципе, очень отличное настроение. Офигенно очень себя чувствую. Прям так хорошо идет, видимо, уже пошел этот серотонинчик. Организм начинает вырабатывать для того, чтобы стимулировать, ну, типа какую-то активность, чтобы я проще мне было еду найти, что ли. Ну, не знаю, сложно сказать. Ну, в общем, очень офигенное ощущение. Ничего не делал, ни клизм никаких, ничего. Вчера набился единственное только травой. То есть там, ну, пак чой здесь такая капустка есть, вот мы из нее коктейльчики попили. Поели, значит, ну, гречка там с грибами. Ну, то есть ничего такого, чтобы ничего не тухло. Вот, ни мяса там, никакого там, ни рыбы. Ну, мы и так его не едим. Вот. И какой-нибудь травы, там, капусточки, арбуз вот вчера вечером засадили, все, чувствую, он там переваривается внутри бактериями там всякими. И они потихонечку выдают все, что нужно для того, чтобы организм сделал серотонин, чтобы сделал дофамин и чтобы сделал эндорфин. А! И все. И завтра понеслась. По кочкам. Ну давай, все, сейчас у тебя следующий кадр, а у меня уже будет следующий день. Так что это, смотри дальше. Ну вот, вечер второго дня, полет нормальный, все спокойно, хорошо, настроение такое приподнятое. Из негатива, ну, наверное, только вот такое головокружение, когда встаешь резко. Вот, но я верю, что это все токсин, конечно, из меня выходит, все активно, тело чистится. Вот, ну, так приятно, все спокойненько, хорошо, такой пока никакой, конечно, эйфории нету, хотя она довольно распространенное явление, я ее жду. Вот, но у меня была на седьмой день на воде. Вот, а так пока, конечно, нечем поделиться. Вот, по большому не ходил, по маленькому выдаю такую мутную жидкость. Верю, что это те самые токсины. Вот. Так что конец второго дня, полет нормальный, сухое голодание. Смотри третий день. Дальше. Ну вот, конец третьего дня. Сейчас поеду взвешусь. Вот, и завтра с утреца уже будет вся полная у меня информация, поэтому в самом конце этого видоса вы увидите. Попускаться уже знаю, чем буду, буду кокосиком. Очень вкусный здесь кокосик. Вот, ну, ребят, значит, первое, зачем я это делаю? Чистота тела, сосудов, здоровье, долголетие меня особо не парит. Я, конечно, ищу каких-то эмоциональных просветлений, какой-то, может быть, экстрасенсорики, взаимоотношений с Богом. Вот этого, конечно, хочется. Поэтому я делаю это исключительно за этим. Вот. А здоровье, оно, как говорится, здоровье и чистое тело, и чистое сознание, она идет уже, ну, как сказать,
приложением, да? Приложением к этим поискам. Значит, сегодня полдня просто какое-то жутчайшее головокружение. Прям встаешь резко, прям аж мутнеет в глазах. Не знаю, с чем это связано. Наверное, может быть, просто не дочистил кишечник. Но я специально его не чистил, хотел посмотреть, что произойдет. Вот, произошло то, что вот только что. По-большому, организм выдал все-таки то, что в нем было. Я повторяться не буду, было там много всего, но такого исключительно растительного, чтобы никаких гнилостных процессов не было. Ну, в целом, результатами доволен. Вот, поэтому... ну, еще раз, если вы со мной еще пока не знакомы плотно, вы посмотрите обязательно, я там оставлю ссылочку на плейлист. Ну он есть прямо на канале. Плейлист на 7-дневное мое водное голодание, там я очень подробно про все прям рассказал, что, куда, как это все делается. И, конечно, начинать ни в коем случае с сухого нельзя. Да, потому что это уже такое достаточно, ну, серьезное испытание. Вот. Но я вам очень советую все-таки начать, если еще не начали. Если начали, то продолжать. И, пожалуйста, вступайте. Там на канале есть уже промо-видео «Йопта-йога». Это мой новый такой переходящий апокалиптический, в общем, проект. Вот. И я хочу просто, чтобы... Ну, на этой платформе люди могли общаться. В основном мы будем говорить, конечно, как выводить радиацию после атомной войны. Ну и в целом, ну, хочется общаться так с единомышленниками. Я очень радуюсь всегда комментариям и всегда на все отвечаю, как бы, ну и готов общаться, готов ваши смотреть видео и переживания по поводу голодания, каких-то чистых телом. Ну и показываю себя, 70-килограммовый, ну, я считаю, уже для сегодняшнего веса кабан, сейчас превратился в 64 килограмма, 6 килограмм за 3 дня, ужас. Ну, я отражусь мигом прям за пару недель. Вот. Ну все, показываю себя и, как говорится, смотрите сейчас, как я кокосом буду выпускаться с последними уже... утренними фишечками моей трехдневочки. И, как говорится, до встречи. Буду писать 5, буду писать 7. И так что, ну, подписывайтесь. Я там сейчас уже галочку с память снимаю. Вот, ага, если будет настроение, всегда буду рад видеть тебя. Ходи. Опа. Ну все, встретимся за утренним кокосом. Ну вот, утро. Самочувствие отличное. Вот у меня тут запас кокосов. Сейчас. Какой-нибудь помоложе. Посточнее. Ух, 3 дня терпел. Научился уже тут выбирать, если надо, могу короткий гайд записать. Уже. Но я с ними особо не церемонюсь. Всякие их обрубания тут со всех сторон, я просто вот так. Ладно, шучу. Первый глоточек. Ну это молоденький, вообще супер. Они бывают по размеру разные, бывают такие же, но старые. Фига, так уже не пробьешь. Так, конечно, очень вкусно.
трубочка. Что, тоже кокос будешь вилять? Ну, в общем, надо, конечно, остановиться, чтобы не выдать его целиком. Вот. Ну, и сейчас буду так вот грамм по 200 его раз в полчаса пить. Вот, потом съезжу, возьму арбузик, и всю ночь снились апельсины. Есть такие зеленые, а внутри оранжевые. Вот их возьму тоже сегодня. И сегодня, думаю, арбузиком и апельсином остановимся. Ну, вечером, может быть, засажу каких-нибудь макарон уже. Соскучился. Но вообще... А, и обязательно сейчас заброшу несколько ложечек Виталии. Это кисломолочный продукт. Делаю сам. Вот, заказал из России. Заквасочку. И бросаю просто в молоко теплое, и все, там сутки, и йогурт готов. Вот. Все, что обещал внизу под видео, а также то, что обещал, но не сказал. Да? Вес не сильно ошибся, 63 килограмма, 7 килограмм за 3 дня на сухую. Папа, кокос, да, ты хочешь? Да. Ну, садись пей. Рад был видеть. Пока. И до новых встреч. Буду записывать. Давайте, посматривайте.